Nuestra y Sina Duque Sientego. Miles Bogoyce, las Nacega Pane, Duque Jesusa, y Dani Nacega Duque Sientem, y Bena с вами Sistimi. Pane, милуйся наде мном, мне стань водом до Тебе, Ты с моим, Пане, добрый и ласкавый, пелен нас и наш Иисус, кто ведь взываю. Взываем здесь, ну, Пана Иисуса Доброго, ну, в неделя, перед тем, до Иисуса, Тетку Иисус Совершенный, добрый и ласкавый, пелен нас и наш Иисус, просим и пошлем и ласки Божьим, моим пресвятым, доброго Иисуса, и Dziękujemy za trzymanie łaski Bożej, prosząc nowy klas Boży, przez święte intencje Anny o pomoc Bożą. Teraz uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, aby mogli z tym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Powiadam się Bogu Wszechmogącym i Wam, bracia i siostry, że bardzo grzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Моя бардзо велика віна, Прэта благам найсвяцім Марыям, Заўсе дзевіцы, Всіх анёлаў і святых, І вас, браці і сёстры, О молітвам самі до Пана Бога нашего, І зімлюй на нові лучших вагонцы, І отпусціши нам жыць і добровадзі нас до жыцця вечнего. Тебе походит всейка досконалость и защит в наших сердцах мир с Тобе, и дай нам взрост побожности, помоги нас искать все доброе и тоскливость все стега, что умоснилось. Честь нашего Пана Иисуса Христа, Твоего Сына, Христос Он жие и кролюе, единости Духа Святого, Бог пресвистки, веки веку. Читание сеньки полтуженного права. Мойсей повезет до люду израильского, а теперь Израилю. Слухай прав и наказов, которые учен вас выполнять, аби все жили и дошли до посядания земли, которую вам дает Пан Бог ваших отцам. Ниц не додайте до того, что я вам наказую. Ни с того не отоймите, заховując накази вашего Пана Бога, который на вас накладан. Чеще их и выполняйте е, бо они сон вашим мудростью и умеем носом в ожах народу,
który usłyszawszy o tych prawach powiedzą, pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny, bo któryś naród wielki ma Bogu tak bliskich, jak Pan Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy, któryś naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dziś daję. Oto Słowo Boże. Сину света Божия, яко довествовались, мы милие брали, и слабенское место не мам, и заспилный газдам, и снах на общинец, та снула и жасу нога и свастева, пред нам парма и не смани гама энас, песа возгрива свишь мусель всем динаис, отплатись и расварду, и медвуты в камина ради ему пим земдин, лента от его пини мет и усвас и святого варду, Господи, от вас подпестить Иусу двеселись, и дед вада пил летай, и веслав святой вин, Господи, с себя прах, тирал нефта обида дирбиба, диван твоего прех шершада, порезает барынем, он отрает вину бедас, он соглава севи, чей спаса улес не отрапит, тир святого рабства варди.
с вами. Слава Евангелию Святого Марка. Зебрай сына Иисуса с Фаризуши, здесь ученых письме, которые все были с Иерусалима. И зауважили же некто же сего, учно убрали посилок нечистыми, то значит не умытыми руками. Пред уже боем и в Гоголе жизни, чем маемся традиции старших, не есон, если соберон к не обмион, разлучнаем с пенсть. Нигде в русском сринку не езжен до погибсения обмыем. Если еще вели иных звечаю, которые приели и которые пресчегаю, як обмывание кубку, жбанку, начин медзяных. Цивитарь Гомес Фаризушей и учение письме, для чего твои ученые не поступают в эту традиции старших, лишь езжен с нечистыми ренками, подпометил им. Слушайте, пророк Исаиш поведел о вас, о блудниках, как есть написано, те люди мне врагами, лишь сердцем своим далеко есть одемлен, а лечи напружено, учен засад поданных през люди, ухилися приказания Божие, а чемази все людские традиции. Потом прибыло снова тло до себе и жег до него, «Слухайте мне вшисти и розумейте, ниц не ходи с зевно человека, со могло бы учинить сгонить чистым. Лишь со выходит человека, то чинит человека нечистым. Нынче боем сердце людского, возон зле мысли, незонд, крадежи, забуйство, трудолудство, вшивость, превратность, подстым». Вывоздание, заздрость, обереги, пыха, глупота. Чисто то зло с нынче походи, и чини человека нечистым. Под глупанский. Jesus Christ Evangelia, das ist der Test Mahas. Dann ihr Leika, wie das Apostel Paresi, daje na Jerusalemis, at nakus je grasso zinatai. Bin je veröke, das je domina maasek dem Edamaisi, nen motiritam, das je nemas gatam rocham. Turpet ihr Paresi, wie sie Judi, turademis besenso tradicijas, ne kamena, Atvertam plaustam nomazgaiši rokas, ripana kušno tirgus ir neid, kamena nomazgaišies, vidausi tu priekšrakstum, kuras viņiem uznemušies pildīt, kā vikinu krūžu un varatrunku gunam vietu mazgašanam. Tad ir pareizējumi arī un akstu zināti viņam jautājam, kā bez tiem atsaka neīvrasenši ieradumu, bet eit maisi nemazgatam rokam. Bet viņš jiem sasīja, izaisoja pravietu, to ir par jums, liekuļiem, kā tas ir rakstīs. Šī tāda godina man ir lūpa, bet viņu sirds tālu no manis. Vēl tik viņa mani goda, balsot likumus, ko ir izdevuši cilvēki. Dieva likuma atmetuši, jūs pildāt cilvēku tradicijas. Tātad, kā vietinies ļaudis, viņš jiem sasīja, klausieties mani visi un saprotiet, nekas neiet cilvēkā, no ārpuses tās, kas varētu viņu padarīt nešķīstu. Pēc cilvēka nešķīstu padarīt tas, kas no viņa iziet. Jo niekšanas un cilvēka sirds iziet launas domas, zāzības, netiklības, slepkavības, laulības pārkāpšana, mankarība, ļaunums, viltība, nekaunība, skaudība, saimošana, lepnība, muļķība. Višķis ļaunums iziet no iekšienes un padarīt cilvēku nešķīstu. Ir svēto raksta vārdi. O umyvaniu rąk będzie dzisiaj nasza rozmowa. Moi drodzy, o tym dzisiaj mówi Pan Jezus w Ewangelii. I chce coś takiego
повидеть нам каждому дитям. Можем вспоминать, як то было життю Пілата. Театральна сцена миття рон через Пілата. Тут перед виданням вироку смерті на Ісуса уросла до ранги евангелічного символу. Мові о трубі утечки перед відповідальністю. Пілат був поганином, умівав ренце публічне, цял тен спосіб указати людям, що не є винен преляння крві пророка з Назарету, цял сін усправедливіць перед людьми. Не треба бути нікливим обсерватором, бідошець, як ченство люди утікаються до гесту Пілата. Як лато умиває он свої ренце від відповідальності за свої чини. От хлопці копен пілкен на подвурку. Забава ангажує всіх. Нагле слухать бженк тучоної шиби, пілка льондує окні. Де пошкодований господар усилує усталець, хто вибив шибен. Вінник нема. Каждый умива ренце. В свете дорослым есть подобное. Жежа згниняла пенстон менца. Чи особова комиссия преследує, послухує седьмеро людей відповідальних за магазин. Следство тривало 4 дни. Винник не знайдено. Всі здолали умить ренце. Єдине обсерва теж злосливі зауважили, що під слідством було 7 людей о брудних ренках, а послідстві долічаючись членків комісії 10. Вмивання рон відповідальності, то є не з добре опанованих умієтності через путесного чоловіка. Шкода єдині, що чесіяння пільні наслідує тим згленці поганського прокуратора юдеї, ніж збавіцеля. Гест умивання ронг був знаний не тільки поганом, жиді руніш умивали ренце, і то вілі рази цього дня. Ходило їм зарувано о заховання гігієни, як і о виконання препису права релігійного. Обивання ронг мало означати стростя очистость серця. Не ходило затем о зглонд на людях, як то мало мийся у Пілата, лише зглонд на Бога. Поженкова гешт у мийця ронг мяв енгокон вимовен. Шибко раєда зостав зре дукований єдине до пустого зевненчного знаку, которому не відповідало певненче наставіння. Єзус відомство закламання мосту заатакував тим практикам. Перед Богом важна є чистость не ронг, лише серце. Серце людського походом зле мислі, нежон, крадежем, чудолуством, хивость, превратність подстим, вивоздання, зазрець обереги, пихот, глупота. Чисто то зло зненше походить, чиніш чоловіку нечистим. Правдива релігійність полега на чистості серця. Вона мусить бути не тільки обмита
лишь выполнены добрыми мыслями, засунким до человека, прогнением несения помощи, умилованием правды и мудрости. Еже знаем с людском слабость, нигде не ставя якого рунку, вщина не сносит до Бога, вольности от якеколвек жеку. Не, он домагается до ответственности за каждый чин, а венц и за грех. Умывание рук, яко утешка от ответственности, есть кленском человека. Грех треба принес до Бога, боим только он может с него усправедливить. Як еще сияние не можем умывание рук наследовать, а не Пилата, шукаемцего усправедливения перед людьми, а не жиду, остро сгоненных через Иисуса. Нашим недостиглым взором есть сам Збавитель, умывающий не свои ренцы, лишь ноги учню. Он сам печенику дал нам приклад полной ответственности за другого человека и в форме приказания нового вызвал нас, бисе собі заємні ноги умивали, то есть могли их цели жизнь милости батерской, як до того зива наш Пан Єзус, же ми умивали ми не тільки ренці наші, а найвенці умивали серце наше. Амінь. Вежим єдного Бога, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, innego Pana Jezusa Chrystusa, сердечной молитве представим Пану Богу, яко наилепше молится наши молитвы, упоим же поможе нам каждой доброй справе. Отче Святый Духу, восшанование каждого человека, ближе всем до венцлю, до хоры, ложи Пана обетен тут, евангелишни, уцелен всем чистим поселим. Традиции сон добрые, ежели помогаем человеку быть
ближе Пана Бога и люди, даже Панове наши звучали легины, и на блаженство мы сняли в нас вяры, помогли дожиться годные госнаука Христоса. Человек потрапи, охламы в себе, часем хце, охламец Пана Бога, ради Пана, би наше житие было сгоне с нашим молитвой. Божен интенции Анны. Пан знает добже наше сердце, что же готов, мы же нигде не запоминали, что Он есть святый, кого сели, летаже нашим дому, дюже и фабрице, копальни, школе. Поряду так становчо, потен калес облудених фаризеизмы, выслухай наши молитвы, помощь нам так жить, як получи нас наше свимини и вяра, при жизни хрилюєш на веки века. Cele mai mari ne fără în fiind după voi și se ecmăla în săi. Pane nești Boże, niech Najświętsza ofiara daje nam udziele zbawiennej łaski, aby jej mocno dokonali się nasze uświęcenie, do którego zmieszają sakramentalne obrzędy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami, górem sercem, dzięki składają Panu Bogu naszemu. Dobrane, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, byście Tobie składali się czynili i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieskie i Wszechmogący, miłosierny Boże, poznanie się Twoim niesmierzonym chwalem, gdy nam ze sobą swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne
человечество стало всем нашенцем спавиня, без душего фана Иисуса Христуса, песня Твоя, Маэстер, погребаю, за стемпи ангелу, присавшись радуем Твоей обесности. По себе мы наши глаза пелом через синтоник, разом с ними волаем. Отец Божий, Спаситель, славящий Богослужение, Творческий Иисуса Христуса, Твоего Сына, нашего Пана, Моса Духа Святого, Поживость, Христианство, Систво, Преднестане громаде Иисусы, обязали всем славу Тобе, Афиаром Систво. Отец стоим еще Тобом, и начали со мной Костелом, Мурашисте, обгодим в первый день Ты година, Турим Иисус Христос, Матристал, известен на постолу Духа Святого. Покони благами, Сына Божия, пусть от мозга Твоего Духа Ты дари, Твори Филисти Святобе, а всем стал исцелым. И кривем Твоего Сына, нашего Пана Иисуса Христуса, Ты нам наказа, пенеста мистериум. Он помните, и нос, который был виданный, Жан Хлебезин, который сладай, Он благословил, ломал и раздавал, Своим ученикам увез. Бежьте и едьте, Tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie jak mówię szczerze, ten kielich, który zadałem błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi moje, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylane na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Otworzycie tajemnicę wiary, tym jest śmierć. Вспоминая Боже вашу мамку, Твоего Сына, я тунется до Него с Марти Стани, не в этом спине, причекаемся в Туне на Его Сисе, над нами священник моды Тен Живан и Святой Фярен, видя просим на дар Твоих, как и Сола, химия Фярен, который нас при на Резосола, прав, а бы если поселение сялами, клен Твоего Сына, и наполнение Духом Святым, что тем сялом, едно душа Христусе, нек он нас очередным дары для себе, а бы если поселение Марии за действо, Твоими выбранными предусвистками, да свежий здесь Он, Богу родился на Марию, если Ты мабасалами, меньшниками, шестими святыми, то не восстанет и дуем за нами в Тебе. Просим Чену Божию, то отфера наша, и поедем с Тобом, и вот на цели свят покой и избавения, вот весь святый милость и Твой кость святый, чем имеемся на земле, а вместо Твоего слуги нашего Папежа Бенедикта, нашего бископа Иоанна, шесть бископ святого Духовенства, и сам идет от копеной.
Да слуга ласкавит, молитву намазан тут о верных, перед твоей лаской своим предобом, милисердием своим добрейше, едно за совершив ты свои действия со, сонны по самым свете. Имя до своего колеса, наши малые братья и сестры, расчистим, кто же твои ласы, подешли ты грязь свята, помежался с ними бензин, все твои вечно до своего хвала, честно тебе, Пан Иисус Христуса, честно тебе, Господи, свят, все имя добрами. Христос, 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 Твой Боже, Отче, Жего, Гонцы, и Ночи Духи Святого, Тега честь и хвала, Те шишки веки веков. Отче, Марица, Духи Святого, Ты не нас слышали с детьми Божьими, Пред Тега слями тень мувить. Отче наш, Тори здесь в небе, Свинься имя Твое, Жизнь Колеса Твое, Бонь воля Твоя, Яко в небе, так и на земле, хлеба нашего, сегодняго дай нам тише, и отпусти нам наши вины, яко и мы кушам наши виновайцы, и не будь нас на покушение, але нас вату злего. Вибо у нас, Пане, славши рекего, то облак наши часы покоем, помощь на своем милосердию, убийца славши воля жега, без пешек кего за мэнто, то не надеешь, не решится, но жега любви целя, Иисуса Христуса. Пане, Иисус Христос, ты повесали с нового столом, Бога вам достаем, Бога мы вам даем, прости мир сильно с вашим нажитием наше, лишь вяры своего костела, изгонит твою волю, напевно го покоем, и до прыгать до полной ночи, лежишь и крылюешь на веки веку. Покой панский, не знал, что будет за вами. Прикасы себе знак покою. Покой Бог. Божий Твой глаз, Жеги Свята, благословен, кто же заставил звание на Его, что ли? Пане, не есть в Боге, а решите дома, а любовь есть только слово, а быть задравена душа моя. Thank you.
Mój mieszkań, Boże nasz Ojcze, Ty nas poszedłeś w swojej soli, aby ten sakrament utwierdził nas miłości i pobudził do służenia Tobie prawdę przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. I Chrystusa.